Всем привет, народ! Я тут решил сыграть сегодня немножечко разнообразить, так сказать, игру. А то надоело уже, наверное, с вами GTA. И решил немножко попробовать вот такую вот игру. Я как-то разочек в нее, наверное, игрался. Сейчас даже посмотрим, что же там интересного имеется. Эта игра совершенно бесплатная. На PlayStation 4, на компе она есть. Чтобы играть онлайн, я об этом рассказывал в одном из своих выпусков на YouTube, на канале «Бесплатные игры на PlayStation 3». Так, игра у нас что-то не запускается пока. Начинается игра, у нас идет описание, тип игры, мы можем почитать, что тут за игры есть. Так, про советы. Когда Крот впервые вошел человека в космос, не успел прочитать, не потоптать другую команду, достаточно трудно пребывание в холле после арены бою против опрокидывания в новой игре «Смертельная схватка». Убить врагов, и они подают в так, добыча. Параметр 1 член команды обозначается как коллектор. Коллектор собирает сырье руды, прикасаясь к нему. Коллектор имеет 30 секунд для сбора руды. Так, добыча. Это режим добычи у нас, пока загрузка идет. И вот у нас появились. Так, тут можно отключать. О, звук здесь как в туалете. Как вырубить чат? Голосовой. Такс. Есть кто-то живой. О, наконец-то вырубилась эта хрень. Глушит. Так, игра запускалась, получается, около 3 минут. Экипировка. Ну, экипировка. Ничего, у меня тут нету экипировки. Ого. Я хоть не голый. Так, это мой, походу. Так, довольно-таки интересная игра такая. Бегаешь и мочишь всех. Так, это где-то тут их не база должна быть. Графончик такой, ничего. Не вижу никого. Это какие-то лекари, что ли, или что? Так, пока меня еще не звали ни разу, это очень даже странно.
Ага, завалили. Ну чё, начало ничего такое. Тут нужно изменить экипировку, так. А чё, ничего. Экипировка стандартная. Так, три гранаты, короче. Этот чат можно включать. Привет, привет! Так. Где-то тут. Опа, есть, его завалил. Так, как тут? Ага. Пушку шило на мыло поменял. Огнеметчика ошарашит нормально так. Так, короче, игра, конечно, ништяк, но так, я какой-то обколотый чувак стал. А нет, я, наверное, что-то сожрал. Ага, вот там. Тут такая же система, как во многих других играх, когда мы можем засветить того или иного игрока, и он появляется у нас засвеченным. Так. Чувак, ты без своего, походу, варишь. Такс. Угу. Здесь где-то рядом. Так, так, обходим. У меня уже появилась вроде какая-то тактика. Оба-на! Так, неплохо, неплохо. Че, никто не смотрит? Никто не смотрит. Вот это да. Так, ну ладно, сейчас я покажу, как тут. Так, это прыгать, это гранаты. Кидать. Так, это у меня здоровье, короче. Ага. Опа, я горю, горю. Так, взял какую-то фигню, которая делает меня круче. Так, нет никого. Пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Вот это рубилово, не пойму, кто тут где. Где мои чуваки, где чужие? Опаньки. Кровяка, кровяка. Ну все. Я теперь знаю, где его найти. Это радует даже немножко.
Короче, вот здесь вот сборы, сборы, сборы все. Игра, конечно, ничего такая. Все чуваки одинаковые, на одно лицо. Может быть, тут как-то можно персонажа выбирать так. Выбор оружия. Так, попробуем, а чем закончится этот раунд, как бы. Мы вроде пока побеждаем. И это, короче, пах. А где моя граната, что не взрывается? Ужас какой-то. Так нечестно совершенно. Текс. Тут как-то вид меняется хоть. Так, где-то здесь. Это должен бегать. Ах ты, ёхта. Получи гранату. Такой вот я меткий чувак, короче, стал. Ко мне подбирается. Кто-то должен тут быть возле бур, чувак. Так. Бах, бах, бах. Ага, я еще жив. Получил. Кетчуп появился из руки. Ура, я снова жив. Так. Кто меня подбил? Победа матча. Мы победили. Это круто. Так, вот смотрите. Три брата-близнеца и один маджахет. Такс. Че, я меньше всех очков набил? Ну да, так получается, что так. Никого, походу, не убил даже. Ну что ж. Это-то-то. Надо какое-то, наверное, первое вращение дня. Бонус. Нам какой-то дается. Во. Уровень 4. Как мы видим, значит, я уже давно как-то играл уже, значит, в нее. Так. Выйти из чата. О полигоне. В общем, игрулька мне еще тоже поднадоела. Пойду играть в GTA. Всем удачи, всем пока. Да как ее выключить?